Сегодня у нас 7 сентября 2017 года, и Пятерочка вручает. Мы нашли в Пятерочке по скидке детскую кроличью колбасу с благородной голубой плесенью. Прямо колбаса Дор Блю. 3 штуки. Колбаса годна до 12 сентября 2017 года. А сегодня, напоминаю, 7 сентября. Вот такая вот у нас находка. Прям деликатес. Пятерочка выручает. Прям надо брать. Прям скидка. Еще и с голубой плесенью. А я теперь даже не знаю, что взять вообще. Что-то мне все расхотелось. Кока-кола за 24 рубля в стеклянной бутылке. Давай. Я люблю кока-колу. 3 плюс 1. Надо взять 4 штуки. Тогда где? Будет... Вот, 3 надо взять, 4 будет в подарок. Тогда получит каждая по 10. А их всего 2. Выручай. Так, выручай. Выручает. Мимимишная колбаса. Лохматая, пушистая. Где он, администратор? Надо оттуда. Я администратор. Колбаска вот у вас немножко умерла. Пожалуйста. Все? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Она нас сегодня так выручила, безужно оставила, вот просто этот хлеб и зрелище, да. И после этой колбасы отпало желание вообще что-либо покупать. Ну, купили лук, морковку. Вот, наша Пятерочка. В общем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, у кого было подобное. И что вы с этим... Пишите в комментариях, у кого было подобное, что вы с этим делали.